Человек должен вернуть ровно ту сумму, которую потратил. За обслуживание и выпуск карты денег не берут. Техника, мебель, продукты, бургеры и такси – все это можно купить в рассрочку. Карта действует в 50 тысячах магазинов по всей России. Леша ответил. А, написал, да я хочу чек попить и ютубчик посмотреть. Ну да, без него. Steam Facepalm я отправила. Я через 15 минут подойду. Ой, все в 15 минутах измеряют что-то. Чем будем ждать или начнем? Ну ща этого уже Дениса подождем, он сколько. А, ну вот минут через пять у него, наверное, скачается.